Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Metro Exodus Enhanced Edition в эту нереалистичную лабуду. Мы продолжаем с вами играть. Так, вон у нас какая супер-мега-крутая прозрачная вода. Смотри просто на это. И у нас там не видно даже краев, да? Не видно краев. У нас с тобой как течет эта супер-мега-реалистичная крутая вода со своими отражениями. Супер-мега-классными и бликующими. С трассировкой лучей. А здесь у нас с тобой такое чувство, как будто бы какой-то распылитель стоит. Видишь? Так брызгает, как из-под душа. Сейчас звук души не хватает добавить. Итак, в прошлой серии мы с вами пробирались в очередной раз мимо... Вы чё? Ничего не попутали часом? А, точно, слушай, я ж забыл, у нас с тобой... про этот самый с собой уже есть прокачка, а я что-то сплю. Блочный лук. В своем луке плечи сгибают свою систему блоков, что позволяет увеличить скорость полета болта. Великолепно. Так, стабильность. Отрезок трубы изогнутой формы приклада. Значительно повышает стабильность оружия. Серьезно? Все лучше, чем вот такой приклад, даже профессиональный. Кусок трубы... лучше, чем обычный приклад. Кому расскажи, не поверят. Красный лазер мы с тобой берем. Все. Берем с тобой лазер. И, как говорится, отвалило. Пошла прочь отсюда. Светлячки у нас с тобой летают. Да отвалило, сказал. Ага, это не светлячки, ребят. Это костер. Так, там у нас с тобой какие-то жуки ползают. Это, походу, подмосковные тараканы. Ничего необычного. Так, новая заметка. Подробное письмо. Люда, я не особо надеюсь, что ты найдешь это письмо, все же положу его на месте последнего разговора. Не возвращайтесь, где бы вы ни были, хуже, чем здесь быть не может. Я думаю, вы ошибались, думал, пожалеете. Но отказавшись сюда стрелять, вы не стали трусами, вы остались людьми. А вот мы выстрелившие. Мы думали, что стали сильнее, взяли справедливость за рога и поставили в стойло. На самом деле стали чудовищами. Мародеры приходили часто, мы бывали себе, сколько я себя помню. Понятно, убивали сколько могли. Это меня никогда не волновало. Но вырезать сдавшихся всех до сих пор пытаюсь быть руки от крови. И песком ее и золой никак. Не знаю, что, но сейчас я очень жалею, что не ушел туда с вами. Походу, кого-то здесь грохнули, я так понимаю. Так, мы с тобой забираем кока-колу с тряпкой. Так, здесь мы можем с тобой прилечь поспать? Я так понимаю, что не можем. Что у нас такое растет? Кто такие? Мне не особо нравятся эти жуки, если честно. Так, мы с тобой правильно идем-то вообще, нет? Я так понимаю, что правильно. Да, то ж по прямой. Ставь дорогу как раз ведет, в принципе, туда. Но, прежде чем мы пойдем туда... давай посмотрим, что у нас с тобой есть вот там, обратно. Вернемся. Лазер, да, лазер здесь сверхреалистичный, мне очень нравится он. Да, только я сказал, что он сверхреалистичный, оказалось, что точка здесь должна быть меньше, чем точка в конце. В конце точка должна быть гораздо больше. Это закон физики. Сейчас посмотрим с тобой. Да хорош, давай поднимайся. Так. Что такое? Какой-то забор, какая-то калитка обосранная вся. Мы заберем. Спасибо. Ага, все понятно. Какой-то кто-то один из мародеров. Ага, так, все ясно. Обратно вернемся. Мы с тобой, давай попробуем. Посмотреть, что здесь тоже есть. Так, опа, место какое-то нашли мы с тобою. А, это костер просто новый нашли. Ничего необычного. Нет, все-таки мы с тобой не будем спать до утра, даже если будет возможность это сделать, мы с тобой не будем этого делать. Так. Кто-то написал, по всей видимости, может быть, из мародеров, что они грохнули. Всех мы с тобой забираем какие-то вещи, какие-то гробы здесь стоят, обосранные тоже. Походу, кого-то, может, захоронили, кто-то просто обосрался. Потому что я не знаю, кого что здесь случилось. Кого-то, может быть, пукан просто прорвало.
такое бывает, это нормальное явление. Ребята, так. Высоковато отсюда. А, мы там, по-моему, были, да? Нет, походу, мы там не были еще. Ну ладно, пойдемте обратно. 6440... 6481 километр мы с тобой в очередной раз прошли. Нам сообщает Mi Band. Наш с вами умный браслет. Спортивный, напоминающий нам... Не, ну, правда, не напоминающий количество сожженных калорий. У нас с тобой... Кто там базарит? Ладер, кстати говоря, тоже должен немножечко водой преломляться. И от воды он должен, да, он имеет отражение. Видимо, все-таки здесь воссоздали такой реализм. То есть у нас с тобой вот она четко точный лазер у нас с тобой на стенке. И лазер в воде, он у нас с тобой вот так вот подразмывается чутка. Ну да, это... Вы чё, ребята? Чё-то не по деревью, кого-то пукан разнесло опять. Так, смотри, кораблик на воздухе. Ага, упал. Ну да, думаю, я не замечу. Ага, не тут-то было. Все. Ради, нам бы не спалиться бы с тобой. Место, да, в самом деле, так и правда такое себе. Все какое-то оно обосранное. Это место. Кто там? Что-то он смотрит, достал. Да вали ты уже оттуда. Че он сейчас смотрит, ты достал? Тюлень Иваныч. Что-то штука какая-то внизу, походу. Не, братан, тут никого нет, тебе показалось. Не попал, я промахнулся, к сожалению. Но просто он сейчас поднял бы тревогу во всем лагере. Поэтому такое себе. Я вам скажу честно. Сколько их тут? Так, один. Добрый вечер. Можете отдыхать, шляпа полетела, смотри, шапка упала. Ну, хоть шапку давай наденем на голову. Чтобы нам с тобой не замерзнуть здесь. Хоть это дали, и на этом уже спасибо. Если уж не дают больше ничего нам с тобою. Например, там... Оружие не дали, оружие не долетело до нас. Ребята, я на ночном хуторе бандитов, человек 30, веду их от дороги. Продержусь сейчас полчаса, нога сильная, кровит, малька, отправляю записку, он молодец, не трус, удачи, серый. Смятая записка, малька какого-то, какую-то рыбу, короче, он отправил. Ага, а где, чё у тебя нога? Ничего у тебя нога не затекает. Всё у тебя нормально с ногой. Ты чё, притворяешься? Вставай давай. Хорош прикидываться. Так, чё у нас с тобой, двое? Ага, запись как раз. У нас с тобой запись на каждом шагу, если мы погасим с тобой лампу, чтобы нас не спалили. Я так понимаю, мы сейчас с тобой прямо в деревню выйдем. Деревню дураков. Как раз какой-то склад. Чё орёшь ты, дурак? А, ну это же деревня дураков, поэтому он орёт. Аккуратненько, ребята. Так. Да, место действительно какое-то. Батюшки мои, какие-то, смотри-ка. Православные, ну да, типичные православные с Волыны ходят. Бах! Все. Отдыхаем, ребята. Ай-яй-яй, негоже это, братан. Кого-то пальчики чикают. Сейчас мы тебя почикаем. Ну-ка. Бах! Какие-то странные вы верующие ребята, я вам скажу. Очень подозрительные. Так, а что у нас с тобой такое? Пистолет нашли. Ну, хоть так. У нас с тобой вроде как должно быть улучшение. Мы с тобой наш рюкзак-то забрали. Ну-ка, сейчас мы тебя... Все, братан, отдыхай по ушам тебе. На! Так, а что у нас с тобой такое? Так, это с глушителем. Нет, с глушителем оставляем. Привет, братан. Можно тебя развязать?
Сейчас мы тебя развернем, наверное, понесется куда-то. Жесть какая-то они. Какую-то пыточную устроили здесь. Мракобеса, представляешь? Вроде думаются люди, что это такое, свечка светится в груди. А это сигарета у тебя застряла промеж пуговицы. Это, походу, у него, короче, легкие напрямую ингаляцию посредством сигареты делают. Необычный такой способ. Так, у нас с тобой все оружие, которое есть, оно все с глушителем, кроме вот этого. Короче, это ствол с глушителем мы сейчас с тобой давай возьмем лучше. Лучше вместо 4 патронов, лучше поставим глушитель, пускай будет. Так. У нас с тобой есть оптика 4Х. 8-зарядный барабан. И красный лазер мы с тобой можем поставить. Инфракрасный не будем. Прибор на ночном видении я тоже ставить не хочу. Мы с тобой возьмем вот такое вот, то, что мы с тобой взяли. Возьмем такое то, что мы взяли, понял? Так, все, мы с тобой всех повырубали. Опять у нас с тобой идет запись. Сколько мы уже записывать, я не понимаю. Вам вообще не надоело вообще? Все записывают, записывают. Без моего ведома записывают, ребята. Ай-яй-яй, так негоже. Так, с каких вижу? Троих вижу. Так, слушай, что-то как-то... Сколько у нас там время? 2 часа ночи, а у нас с тобой уже светает. Что за бред? Это что такое? Это текстуры? Это ваши 4К, вы мне обещанные показали. Ребята, верните, пожалуйста, мой киберпанк. 2077. Там не было такой жести, которая здесь происходит. Это капздец. Там такой жопы с графикой не было. Хотя там, конечно, другие баги помимо этого были. Тренда какие-то агрессивные. Это посмотри. Какая-то деревня дегенератов. Деревня этих. Так. Понимаю, что он сейчас сюда, наверное, подойдет. Нет, не подойдет он сюда. Мы его сейчас здесь рубанем. Ну-ка. Сладких снов, братан. Все. Мужик. Какая-то снайперка, я так понимаю, у него, да? Но мы не будем брать снайперку, потому что она очень шумная. Так, мы с тобой какое-то улучшение взяли для оружия. Опять в очередной раз. Не знаю, правда, для чего. Так, это у нас с тобой охотники, по-моему, были. Я что-то, подожди, так и не понял. Это бандиты? Так, может, с швабриковым тебя греем возьмем? Почему бы и нет? Посмотри, вот они, 4К текстуры. Вот они. Вот они, 4К. Ты посмотри, какое мыло просто. Или, видимо, разработчики посчитали, что это не настолько важные объекты, поэтому не надо их прорисовывать правильно. Ага, чтобы компьютер не нагружали лишний раз. Так, подожди, мы с тобой... Так, это мы с тобой заберем. Химикаты. Смотри, вот насквозь просвечивается стенка. Зачем нужна эта ваша трассировка лучей, если такое происходит? Сейчас мы тебе... На тебе, дрынь, все, хорош базарить, ты че? Замолчи, наконец, уже, успокойся. Валить кого-то куда-то надо, на какую-то мазу, какую-то хазу. Зачем одну и ту же икону вешать в двух комнатах рядом друг с дружкой? Нарисовали бы другую, в конце-то концов. Что же вы делаете? Так, ну-ка. Простите, уважаемый, но вам придется отдохнуть. Немножечко. На всякий случай издалека накрыли. А, так это церковь. Ну я же сказал, это типичные православные. Ребята. Ничего удивительного. Но что-то православие уже явно не то. Как-то такое себе, по-моему. Да? Которая решила перейти всю границу. Без... Видите, что происходит без патриарха Кирилла? Это он бы сейчас бы навел бы порядки, бы сказал бы, мы что, ребята, творите? Слышь, давай там, успокойся, остановись. Сказал бы там, покайся, дурью не майся. Но, как мы с вами видим... Так, это у нас с тобой дробовик, да? Дробовик у нас с тобой какой-то странный коллиматорный прицел. Сохранимся. 4-зарядный, да, мы с тобой взяли обратно? Ага.
Ну, это хорошо, что мы с вами не днем идем все-таки, да, реально. У нас там какой-то корабль, смотри, пираты, прикинь. Такие это... Пираты реки Москва? Серьезно? Или пираты реки Волга? Так, ага, вижу двоих. Не буду никого трогать, потому что иначе сейчас... Ребята, они, по-моему, одно и то же базарят. Забиндили одни и те же фразы, думают, что это... Так, мы с тобой дошли к точке назначения. Нет, туда мы не пройдем. Нам с тобой надо вот сюда пройти. На самом деле, мне так кажется, что эту всю игру можно, по сути, пройти вообще никого не трогая. И никому не прикасаясь. Серьезно, просто ночью ходите и никого не трогаете, и все. И вы никого не зацепите, я вам гарантирую. Мимо всех просто прокрадываетесь, и больше ничего не надо. Валера! Валера, настало твое время! Опа! Все, нет, нет, наоборот, Валера, время твое закончилось. Базарить. Не по канону всякую дичь нести. Сейчас я подозреваю, в мою сторону он, скорее всего, повернется. Можно его по ушам тоже дать. И валить отсюда надо. Бах! Все, ребята, мы вас... Простите, мы вас обобрали, оптику забрали. Оптику. Давайте, ребята, поскорее, поскорее, поскорее. Аккуратно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ускоряемся, ускоряемся. Странная луна, посмотри, меня же видно реально, но я не понимаю. Ребята, это гамма на середине, я вам скажу. Как положено. Все в соответствии с установленными канонами самой игры. Но если мы с тобой сейчас гамму отбавим, то будет освещение нереалистичное уже. Что там от... Мы помним с тобой, от огня, от костра вообще не было видно. А-а-а. Так мы вернулись обратно, зачем туда ходили тогда вообще? Мужик, вставай. Хватит спать, что у тебя там, молитвы? Ты охотник, ребята, не напоминайте лихом, если что. На совете вы меня с подачи Ромыча прокатили, но Толик же перед смертью успел сказать, что отогнал хозяина от лагеря зажигательной бутылок. И сколько еще наших должно погибнуть? Сколько мы будем бегать от этой твари? На совете я промолчал, но тут скажу. Ромыч, ты трус, я прогоню хозяина или погибну. Тогда знаю, что ты своей трусостью убил двоих вожатых. Какой-то хозяин... Какой-то начальника. О ком идет речь, правда, непонятно. Здесь нам не сообщают. Но я так понимаю, это вот такая в кавычках переход локации произошел. Так. Ну, кто-то заиграл на пианино. Кто-то валяется мертвым. Это наши? Это наши или мне показалось? Мужик, у тебя глаза... Что у тебя с глазами? Подожди, это не наши ли? Это же Степа. Дядя Степа, ты ли это? А это какой-то кто-то тоже из наших же был, разве нет? Это точно на Степа похож. Дядя Степа, который играет на гитаре. И растет не ввысь, а вширь, так сказать. Так, кладбище. Здорово. А, нет, походу у них просто рожи одни и те же. У разработчиков не хватило денег, чтобы придумать разные лица. И поэтому они нарисовали одни и те же. Ну, это неудивительно. Такое видеть уже не впервые нам с вами. Не первый год на этом свете живем. Что надо сделать, чтобы открылось? А, просто перерезать? Нормальный такой тросик, я вам скажу. Может, его пожать было проще? Привет. Какой, какой некрасивый. Ух ты ж, батюшки мои. Поползли, поползли. Бах. 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 Можно и так будет сейчас его, я думаю, работать. Ух ты, ух ты. Нормально, ты меня так пнул.
Но что-то ты какой-то чрезмерно живучий, я так подозреваю. Ты что творишь? Слышь, братиш, что хамишь? А, вот так можно. Мы с тобой не будем просто шуметь. Ну-ка, а если вот так тебе... Ой, не то сделал, прости. Не то! Не то я сделал. Ну-ка. А, вот так вот можно же было, точно. Я вспомнил, как тебя отгоняли. Вот это реализм. Ты посмотри, какие световые эффекты. Какое отражение. Бачки мои. Ой, бачки мои. Ай, больно-то как. Ну-ка, шприцом все сделали. Укольчик, прививочку сделали. А может, надо было вам просто забежать обратно в здание, чтобы его завалило? Нет? А может быть, можно его просто застрелить? Хотя я думал, что здесь можно просто застрелить. Да куда ты перепрыгивай? Ну, сейчас будем тогда проверять мы с тобой. Давай, еще тебе дадим отглотную, так сказать, санкционные кока-колы на территории России. Но я так подозреваю, что... Сейчас он опять на меня, да, побежит? Нет? Побежит на меня? Ты умрешь сегодня, пожалуйста, или нет? А, ты куда собрался? Эй, ты куда? Смыться удумал? Стоять, бояться. Куда он делся? Ты его видишь? И звук пропал. То есть вы реально думаете, разработчики, что я такой лох, который не подойдет, не посмотрит, куда он пропал, он просто исчез. Он сюда куда-то он даже не спрыгивал. Ты обратил внимание, он просто свалился раз, и постепенно звук начал отбавляться, его голос. Голос, даже не голос назвать, как его назвать. Не знаешь, как его назвать. Бачки мои, так ты еще мне сюда эту расхреначил. Мне как теперь туда заходить-то? А, вот как... Кто-то за это даже платит деньги. Вы представляете, за такие игры? Знаете, я вспоминаю годы свои, когда был Crysis 3. Так вот, на самом деле... Не графика все только лишь решает, запомните. Пожалуйста, до конца своей жизни. Алёша. Алёшенька. А как я доложу? Я не могу ничего говорить. Что-то говорит, горы экранируют. Кто там у тебя что экранирует? Отец. Здрасте. Кстати говоря, я вспомнил, что мы с тобой тогда бензин так и не нашли. Вспомнишь на Волге? На Волге мы с тобой не нашли бензин. Я вспомнил, там можно же было что-то включить. Ну, трындец. Чё-то, ребята, я вообще... Здесь мы с тобой оружие, я так понимаю, не поменяем, но однако же мы с тобой можем здесь сделать некое разрывное. Арбалетный болт с разрывными наконечниками при поставленной цели наносит серьезные повреждения, но нивелирует преимущество арбалета скрытности. Но это понятно, что они не нивелируют. Что такой звук, как будто мы с тобой, знаешь, чекушку открываем. Такой скрип, как будто так чик-чик-чик. Чекушечка. Ага, вот так можно было сделать. Давай, мы вот это возьмем с тобой. На всякий случай, хотя бы две гранаты мы с тобой сделаем, но мы пользоваться, скорее всего, не будем. Патроны нам с тобой нужны, а мы с тобой еще и переносить ничего не можем. Приятно познакомиться. Так, у нас с тобой шлем, каска, противогазка, дедовская смазка. Все у нас с тобой. Почистим мы с тобой сейчас все. От говна и пыли, так сказать, полностью. Наведем порядок на нашем оружии. Так. Ну, короче. Давайте с этого места мы с вами в следующей серии продолжим. Давайте возьмем еще красный лазер заодно. Пускай будет. Ну так, чисто для эффекта, для красоты, так сказать. И в следующей серии мы с вами, ребята, двинемся дальше. Так как у нас с вами темно, нагрузка на запись идет меньше. За счет этого у нас с вами скоро, потребление памяти, битрейт меньше выходит. Так что все будет классно, круто, ребятушки, очень интересно. На это пока что все. Канистрочку мы с собой заберем. Правда, куда ее ставить, непонятно. Зачем она тоже нам сдалась, непонятно. Но пусть будет. На самом деле, сделать это еще надо было на Волге, но ладно.
На, я так понимаю, что вот в следующей серии тогда мы с вами включим вот это вот дело и посмотрим, что будет дальше. Я так понимаю, мы с тобой забрались на церковь. Да? Нас с тобой отсюда никого не видать, только луну, которая шевелится, и у нас с тобой нереалистичное происходит распространение света по горам. Ты обратишь внимание, то переход света происходит слишком резкий, а не плавный, как должно быть. Луна движется, да, я так понимаю, правильно, как в Майнкрафте это должно быть. Это все очень здорово, конечно. Смотри. Отсюда, видал? Мыло было. Было мыло, ребята. У нас с тобой в очередной раз, наверное, Павел. Павел ты или Петр? По-моему, Павла так рисовали, изображали. Ну, это понятно, кто, разумеется, изображен. Ладно. О! У нас с тобой опять, смотри, самовар какой можно тут чаи гонять. Ладно. Ребятушки, огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро себе участие. Огромное количество гайдов. Спасибо, круто, сможете меня на канале. Сам ваш Ранка. Будет очень классно, круто, здорово и интересно. Скоро увидимся. Не скучайте, ребятушки. С вами мы двинемся дальше уже в следующей серии. Здесь что-то поспать нельзя. Странно как-то. Это странные ребята. Прилегли, поспали до утра. Ну ладно, нет, так нет. Так что. Всем до новых встреч. И пока-пока, ребятушки. Не переключайтесь.